Знакомьтесь, педагоги Тымовской детской художественной школы Галина Андреевна и Владимир Иванович Климовы. Был в их жизни такой случай. Размышляя о творчестве, они провели такой эксперимент. Людей серьезных и занятых своим делом они спросили, рисовали ли они в детстве. Ответом им были удивленные улыбки и слова. Конечно, в детстве рисовал, как все. И действительно, в детстве рисуют все. Почему со временем эта способность теряется? Как сохранить ее на долгие годы? Наверное, эта мысль и определила главное направление работы педагогов детской художественной школы. Творчество, фантазия и еще раз творчество. Окончен Хабаровский педагогический институт, отделение графики. Ехали на Сахалин с мечтой о том, что ждет этот край приложения сил и энергии. Ведь дело большое и важное – учить детей творчеству. Везли с собой краски, бумагу. Знали – будут начинать с нуля. В первый год пришли 30 человек. 6-7-летние мальчишки и девчонки, доверчивые, любознательные, верящие. Это школа, и здесь можно научиться многому. И начались занятия. В детстве рисуют все. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все. Нужно снисходительно относиться к неумелым рисункам маленького человека. Ведь на бумаге ребенок как умел выразил свою потребность понять окружающий его мир, выразил свое отношение к нему. И что самое главное, ребенок попробовал принести в этот сложный и большой мир что-нибудь свое. Пусть просто нарисованного человека или дерева, неважно. Главное то, что в ребенке проснулось желание созидать. Очень хорошо, когда мальчик играет на скрипке, а девочка на пианино. Когда ребята танцуют и поют в хоре. Они учатся понимать чудесное искусство, музыку. Но пьесу, что они исполняют, песню, которую поют, музыку, под которую танцуют, написал композитор. А вот человечка на бумаге маленький художник придумал и нарисовал сам. Сам зажег для него солнце на синем небе, посадил деревья, где в ветвях гнездятся птицы. И чтобы человеку не было скучно одному, нарисовал для него добрую собаку. Так открывается маленькому художнику одна из самых больших и светлых радостей – радость творчества. Творчество – понятие многогранное. Оно включает в себя наблюдательность, увлеченность, фантазию, свободу от подражания, терпение и труд. Когда приходит к детям это состояние раскрепощенного, свободного от скованности и подражания творческого настроя, тогда крепнет в них вера в свои возможности. И тогда преподаватели с радостью и удивлением наблюдают, как свободно и уверенно расцветает фантазия и ищет выхода творческая энергия юного художника. Как много ему хочется попробовать сделать своими руками, сколько хочется рассказать. Но ведь работать можно не только красками, но и другими материалами. Можно сделать из проволоки большую птицу, парящую в небе, из обыкновенной глины смеющуюся маску. Яркий нарядный календарь в подарок другу. Празднично расписанную акварельными красками разделочную доску, которая доставит радость маме, пригодится ей в деле и украсит кухню. Ребятам постарше, особенно девочкам, хочется испытать себя в такой непростой технике, как ковровая вышивка, которая требует кропотливого труда, вкуса и чувства цвета. А эти забавные, необычные фигуры и загадочные головы сделаны из простого картона. Дети рисуют, лепят, вырезают. И здесь важно подметить увлеченность детей, подсмотреть, как рождается творчество.
Посмотрите, как сосредоточенно работает Симонова Лена. На кафельной плитке из цветного стекла и смальты выкладывает она задуманный ею рисунок. Она выполняет первый этап работы. Затем обжиг в муфельной печи при температуре 900 градусов, где выложенные ею кусочки стекла расплавятся и, остывая, превратятся в придуманное Леной изображение. Пожелаем ей удачи! Между столов ходит педагог, смотрит на работы ребят, поправляет, подсказывает. Все, начиная от внешнего вида стен, увешанных детскими работами, стеллажей с книгами по искусству, различных вазочек, предметов для натюрмортов, красок и заканчивая сосредоточенными, одухотворенными лицами ребят, говорит о том, что здесь царит творчество. Полюбуйтесь изразцами, которые сделали Харольский Андрей, Аникеев Гера, Масолов Алеша и другие ребята. На уроках скульптуры ребята нередко занимаются керамикой, и это занятие никого из них не оставляет равнодушным, хотя непростое и требует особой подготовки материала. Занятия по композиции – одни из самых любимых предметов в Тымовской школе. На них ребята учатся умению воплощать в художественные образы свои мысли и чувства. Сегодня ученики третьего класса заняты необычным для них заданием. Они заканчивают работу над автопортретом. Задача очень сложная, потому что мало передать внешнее сходство. Ведь автопортрет – это рассказ о самом себе, о своем характере и настроении. Даже профессиональному художнику непросто этого добиться. Поэтому ребята сегодня серьезны и самокритичны. Они даже повзрослели на эти 3 часа. День ото дня, от занятия к занятию, педагоги видят, как развиваются у детей интерес к искусству, любознательность и творческая активность. Как постепенно от сказочных сюжетов они приходят к первым попыткам разобраться в проблемах взрослого мира, определить свое отношение ко всему, что их окружает. И не только профессиональную подготовку, но, что более важно, развитие у детей творческой индивидуальности, художественного вкуса, потребности общения с миром искусства. Такую задачу ставят перед собой педагоги Тымовской детской художественной школы Галина Андреевна и Владимир Иванович Климовы. Они надеются, что в будущем, обретя самые различные профессии, их воспитанники не потеряют связи с искусством и сохранят в себе потребность преобразовывать мир по законам красоты.